Universal Wood Pro. Ну, само название универсал, да, говорит о том, что универсальная шведская стенка. Она еще и передвижная. В интернете я искал очень долго. Вот, попал на сайт Muscle Shop, очень понравилось. Понравился ценник, понравился сам сайт и возможность легко выбрать. И отличные рекомендации. Да, то есть я сказал ребятам, экспертам, что мне нужно. Они мне сказали, что мне лучше выбрать. Вот в итоге я остановился на вот такой шведской стенке. Есть, конечно, модели получше, но очень люблю древесину. Wood Pro в названии, это вот именно из дерева состоят вот эти все перекладины. Это очень здорово. Ну, само дерево при занятии очень тепло, ну, греет, да, лично меня. Грубо говоря, на этой стенке можно делать все. Заниматься на брусьях, подтягиваться на турнике разным хватом, даже заниматься со штангой. Вот у меня была штанга своя, грубо сваренная, теперь вот у меня есть под нее проушины, которые помогают мне лишний раз не перегружать спину, это очень важно. Доктор так сказал, не перегружайте спину, только горизонтальные нагрузки, но благодаря этой стенке я могу себе позволить и вертикальные нагрузки, потому что... Я сейчас задам вопрос. Не перегружается спина, работаю, например, на бицепс при помощи штанги. Дима, есть вопрос по поводу того, удобно ли заниматься вот на такой скамье, потому что скамья не стационарная, обычно идет кожзам и поролон, а здесь она вот из полиуретана литая. То есть удобно ли заниматься на ней? Вот такого. Ты прям сам подсказал, в чем его преимущество. Когда мы обсуждали покупку, мое внимание твои работники именно к этому и привлекли, что здесь отличные ручки и замечательная долгоиграющая, долговечная, да. Долговечные материалы везде используются. Кстати, и здесь вот на... Да, учитывая то, что я брал эту шведскую стенку для того, чтобы сбросить вес, и этот вес, ну, килограмм 25-30, и сейчас я иду по этому пути, потому что стенка у меня всего полгода. Вообще всем доволен. Ну, представьте, что такое там мужчина 100+, постоянно, который еще на себя и штангу накидывает. Ну, это просто колоссальный вес. Вот у меня штанга 60 килограмм, мне вполне хватает, и, ну, все замечательно и отлично. Причем удобно. И изначально я-то что себе искал? Я-то искал себе трансформер. Всегда меняются условия тренировок, да, зимой. Кстати, да, вот насчет, можно ли ее ставить на улице? Вот. Почему, да, частный сектор, я так понимаю, из этих соображений, да. Стенка, несмотря на то, что компактная, но все равно занимает определенное место. И для того, чтобы она не мешала другим членам семьи, вот я принял такое решение. И плюс есть классная возможность зимой тренироваться дома, а летом, естественно, на улице. Ну, начиная с ранней весны даже. Выносишь ее и занимаешься на улице, но тут надо один момент учесть, что стенка должна стоять под навесом, потому что, да, открытые вот эти вот болтовые соединения, ну, естественно, любой металл ржавеет. Ну, нет, в комплекте есть, кстати, колпачки. Есть, мы, ну, мы же все очень ленивые. Все же по-быстрому раз свинтил и уже побежал заниматься. Поэтому, ну, вот классно, что есть такая возможность. И она на самом деле не тяжелая. Мне достаточно одного себя для того, чтобы управляться со всей этой стенкой. Плюс, опять же, сегодня я захотел на турнике поподтягиваться, завтра у меня брусья. И все это раз-раз, и буквально, ну, минутой, и ты уже плюс со штангой готов. Ну, штанга — это да, это просто замечательная тема. Крюки. Мы сейчас просто лавочку положили на крюки под штангу, поэтому она немножко не так лежит. А вообще вот на вот эти крюки вешается скамья, а на эти как раз вот крюки вешается гриф там, либо штанга, и занимаетесь. Ну, все очень удобно. Обзор, ну, на эту стенку, да, уже был у нас. Да, антропологически, ну, мне достаточно удобно. У меня длинные ноги, рост больше 1,80 м, и очень здорово. Почему Muscle Shop? Ну, все очень просто, да. Первое, что мне понравилось, это коммуникация. Вы, когда приходите куда-то в магазин, вы хотите видеть экспертность людей, у которых вы выбираете какой-то товар. То есть вы же платите им настоящие деньги, не фальшивые. Вы хотите получать настоящий товар за адекватную цену. Вот все это я нашел в Muscle Shop.
Первое, что произошло, ну, у нас в коммуникации, меня спросили, что я хочу, ну, какой снаряд спортивный я хочу купить и для чего. И уже на основании этого мы подобрали тот вариант, который мне интересен. Выбирали из 5 шведских стенок. Ну вот, никогда не думал, что возьму себе мобильную, такую нестационарную шведскую стенку. Оказалось, она мне подходит больше всего. И опять же, это благодаря Москушу. Плюс доставка бесплатная. Спасибо. И ценник офигенный. И что касается еще плюшек, то даже эспандер у меня теперь есть, потому что ко всем шведским стенкам у них до сих пор прилагается эспандер. Это очень удобно. Причем с регулировкой на русский. Ну, я не знаю, какие сейчас, поэтому сказал очень осторожно. Да, чуть не забыл. Вот такой кистевой эспандер с регулировкой нагрузки. Вот здесь вот меняется нагрузка. От 10 до 40 килограмм идет в подарок ко всем шведским стенкам.